Молодец. А что, я первый день служу, что ли? Четко. Чего вы севшие батарейки притащили? Внизу. Да? Смотри. Интересный момент. Вот здесь только вот. Внизу и везде. Ну вы вон там на пятаке стойте. Знаете как? Сейчас машина пойдет, все, пошла, там выскочила, выскочит. Вы можете... Как сделать? Вы можете вот здесь отснять, потом пока она... Я в вашей тени встану. Это бородатый? Так надо вверх ставить, пока. А он куда будет сейчас двигаться? Не тормози уже, вперед нажми, иди вперед. Не буксуй. А почему штурману нельзя вылазить, интересно? А что ты остановился, я не понял. Что-то остановился. Ладно, выезжай, мол. Право-лево. Да, вон он, готовим.
Касание у вас. Еще раз касание. Нет, нет, все хорошо, все хорошо. Оп, наехал. Забери ее, чтобы он ее не переехал. Быстрее, быстрее, быстрее. Стоп, уже стой. Стоит, стоит. Ну, полностью колесом проехать стоит. Ну она лежит, смотри, пойди. Сбита, сбита, он колесом проехал по ней. Сходу запускай его, сходу. До конца назад и прыгай. Размер, размер-то его родной. Да ладно, сейчас снизу он его вытянул. Секция будет интересна, они наоборот будут ехать. На той скорости едет. На той скорости едет, да, не переключает.
вообще пипец. Вот сейчас там еще крыть будет, блядь. Молодец. Крышу. Да лучше б коснулся! Снизу взять их нормально. Отлично вообще проезд. Не, ну он тоже много нарушил. Но он пока первый среди них, пока среди двух. То есть он первый из подготовленных пока в любом случае, да. Еще, еще! Сейчас, теперь посмотри, куда ты заехал. А тогда... До конца, до конца! Ай, наконец заехал. Что, не едет у него? Едет, он на второй поток. Ну, Все едет. Вот это педаль газа называется, даже справа. Подготовлен. В каком месте у него подготовлен? А в каком месте он стандарт? Романтика. А, он в руле стандарт. Сцепление вот стандартное у него, чувствуешь, пахнет. А запах, как после дорогого пара, раздавит. Слава японским экскаваторам! Ты горишь, по-моему, блин. Это стандартные детали выгорают. Вот я реклама. Оп, сбил. Касание тогда. Слушай, он сейчас он не загорится, блядь. Да нет. Осторожно спускайся, аккуратно. О, молодец, не коснулся. Не, здесь прикольный кадр. Не, вот тут хороший выключенный. Да нет. Куда? Два, забиваю сразу. Сразу снимаю. Назад, вгоняйся.
стой, стой! Вон до конца туда, отъедь до конца. Чё ты, вы чё передок не включили? Мы включили его, вот мат вышибает. А это помощь. Не-не-не-не-не. Всё, оставь его, оставь его. Сейчас сломаешь, оставь. А ну где хаб? Где? Вон вот. Вот этот? Да, посмотри. Не-не, все, он уже все закончил. А ну, ну попробуй вот сейчас. С той стороны, посмотри. Тут 4 на 4. Как же вы так, а? Это скоростная трасса, но видишь, она что-то они не едут вообще, ребят. Я им сказал, делайте. Ну да. Вот сейчас бы я за руль бы сел, ты бы сейчас увидел, как я поехал. Ладно, я тоже сейчас на своей. Я бы дал бы сейчас просраться, обычную Ниву, простую. Это я самой вот этой по этой трассе, в любую лёд, сторону. Лёд там, блядь. Прям смотришь и пробежишь. Вечер перестает быть. Я знаю, я знаю, что так делать. Да. Нашел. Он нашел. Эй, что за воздух? Выходи! Думай. Не туда. Все правильно, развернулся. Что за водители? Дайте мне Ниву. Да, да. Не бойся ты, ну. Бережет машину, в отличие от некоторых. Куда, куда, не туда. Эй, ёпта! Вы говорите Ниву. Куда поехал? Оставь, оставь. То, что он так проехал, ничего страшного. Оставь его. Езжай, езжай, езжай вон дальше. Ты ему засчитай ее, как его ворот. Ну, к кому, я не знаю. Что вы все такие злые? Не злые? По правилам есть правила. Потом... Не, это понятно. Как пропущенный ему зафиксируют, да? Да, красава, бампер обновил. Да вообще. А где он воткнулся-то? Ой, разбойник, воткнулся, моркнул, мой заглух. Хорошо у нас. Первая пониженная. Зачем? Ну вот ответ. Вот отсюда не сдать. Не считай эту заднюю ходы. Ты же привыкли как в реале. Ну что, привыкну. Нет, вот все. Я бы... Пройдет, пройдет он. Шеф, давай ему подскажу или нельзя? Подсказывай, нет. Шеф, шеф, слушай сюда. Здесь за задний ход. За задний ход не наказывать. Вон до конца отъедь, вон туда до конца и пролети. И тебе все будут аплодировать. Да сам еще. Стартуй. Стартуй.
тапку давай, давай в тапку. Есть, чисто. Чисто. Единственная машина. Здесь водителя нету, блядь, просто. Это скоростная, это шоссе, ебаный рот. Сейчас бы Джамбулат был на строении. Свалил бы. А что это стоит? Ты что там? А Сузуки что? Да. Что? Женщина едет? Охуенно. Не, это еще ерунда. Да. Следишь, спортсмен. Видно, что спортсмен. Вот это спортсмен. Вот, точно. Видишь, весь в наклейках. Опыт есть у него. Боевые регалии. Вот, видно, что-то повеселее, да? Движуха какая-то пошла. Да, что-то... Ну, а всегда Нива, так... Нива наша делает зефа. Не, УАЗик лучше едет. Но... УАЗик лучше едет, да. Да, но он УАЗик этот... УАЗик ровнее. Водителя да, нет. Да. Вот видишь, вот здесь водитель нормальный. Оп, сиденье отношения цена-качество лучше нету. И потому я думаю, в конце следующего года мы на призы будем дарить Ниву. Да, 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 Ниву. За Ниву надо. Вот берешь М-ку нового образца. Ага. Вот с большими поворотниками. Угу. Смотри, что ты. Нет, Нива это на века машина просто. А он не подготовленный, считается, у вас. Слушай, у него да. Кузов как-то очень высоко. Но он поднял. Поднял его, это, кстати, да. Тоже хорошо. Это плюс дает. Да это уже не это, не стандарт получается, если она у него поднята. Ну да. Красавец. Оригинал. Ну, Денис что сказал, он их соединил, да, просто два класса? Все, Валерий брать, короче, Ниву и Валеру сюда. М-ку берешь, Валера Ниву. Валера пройдет любую. Все. Ниву, Ниву можно купить. Thank you.
фонарики. Да я прикалываюсь. Еще раз огромное спасибо компании Ямал за то, что она предоставила нам возможность воспользоваться их легендарной техникой для нашего соревнования, для наших организаторов. Они сделали огромное спасибо. Иди туда, говорит, давай положим. Не, вы можете... Там блендер будет.